Всем привет, друзья! Сегодня у меня радостная весть, можно сказать. Вот на днях прошел Усть Кадархан-Ус, республиканский. И там подошел один человек пожилого возраста и дал мне мой нож. Говорит, поточи. Служил столько лет. Вот надо поточить и отправить обратно. Я обрадовался. Я знаю, это действительно мой нож. Да, действительно, металл такой-то, такой-то, я знаю. Я обрадовался, как они используют до сих пор мои первые ножи. Это меня очень обрадовало. Вот, и воспоминания нахлынули, честно говоря. Да, было дело, было дело. Ну вот такой вот он. Ну тут у нас зеркальное отражение, поэтому слева направо показывает. Ну что, телефон такой. Вот такой вот мой первый ножик. Один из первых ножей, который был установлен на выставке. Тогда еще выставка называлась в то время УС-Экспо. Ну вот так вот, ребята носят, пользуются до сих пор. То, что меня обрадовало, очень обрадовало. Ну вот, тут было, немножко сократил. Рога лося, кап березы с такой выемкой, интересно. Почти круглый, вот такой толстый обух, аж 7-6 миллиметров, кованый дол, такой интересный. И вот клеймо мастер моего перо, видно не видно. Ну вот поточил, сейчас заправлю. Человек живет недалеко, вот. Меня обрадовало то, что мои клиенты еще раз повторюсь, меня обрадовало то, что купившие этот нож, в то время этот нож, по-моему, был за 3700, по-моему, продан, по-моему, если я не путаю, и до сих пор служит. Это меня любого мастера обрадует, действительно. Ребята молодцы. И еще тогда сказал, и сейчас говорю, пожизненная гарантия моих изделий. Пожизненная. То есть мастер жив, значит гарантия использует. Можете использовать. Заточка, поправка бесплатно. Отправляете вы мне, а я вам в свою очередь за свой счет. Таким образом, вот начался на днях Северный завоз. Тут у меня один ящик лежит ножей из северных улусов. На обратной дороге должны везти обратно. Вот так и работаем, ребята. Держим марку.